Была у нас история 15 лет назад. Покрыли рубероидом однажды детский сад. Там все как надо сделали, убрали за собой. Стоим расчета требуем чумазовой толпой. Директорша горластая на нас пуль несет. Я знаю вашу братью, я там проверю все. Прораб наш заступается. Нормально все у них. Спустя неделю максимум опять она звонит. Вот зря я в этом месяце давала вам расчет. Ведь вы же прокатили все, вода кром течет. В детсад опять приходим мы, всех в пятнах потолки. Как в конопушках родинках. Взруснули мужички. Прораб опять по лестнице полез на самый верх. В прескверном настроении. И вдруг мы слышим смех. Что высмотрел, Порфирич, а? Заржал как конь, чего? Да тут вся крыша в дырочках от дамских каблучков.